Всем привет! Сегодня хочу рассказать о такой проблеме, как недостаточная яркость дисплея, в частности 128/64. Часто случается так, что вот этим потенциометром уже недостаточно нам выкрутить на максимум, мы его выкручиваем, и нам недостаточно яркости, вот как у меня в данном случае. То есть мы видим очень-очень тусклое изображение и никак уже не добиться больше яркости. Хотя и напряжение питания все в порядке, все в норме. Как ни крути, уже абсолютно ничего не помогает. То есть ярче не получается сделать. Но тут есть один маленький, так сказать, нюансик. Китайцы, не будь они китайцами, запрятали еще один регулятор именно для этих дисплеев с обратной стороны платы. Я сейчас вот картинки покажу, где он находится. Вот видим на экране, значит, вот этот SMD подстроечный потенциометр, значит, находится с обратной стороны. То есть он находится, я постараюсь показать здесь. Дело в том, что дисплей запаян, и так-то просто его здесь не отрегулировать. Я постараюсь показать. Вот в этом вот районе он находится. Наверное, ничего не будет видно. В принципе, видно немножечко, там вот он блестящий. Как отрегулировать? Я беру обычную вот такую вот стяжку пластиковую, немножечко вот здесь вот разгибаю. Можно, конечно, отпаять все это дело, поставить разъем, что было бы, наверное, самое правильное. Но так как отрегулировать всего лишь один раз нужно, то просто продеваю туда вот стяжку и стяжечкой пытаюсь крутить, только крутите аккуратно. Потому что можно перестараться и сломать. Потом однозначно вам придется снимать дисплей и, скажем так, перепаивать. Вот. И таким вот образом можно постараться отрегулировать нашу контрастность, что я сейчас попытаюсь и сделать. Одно единственное такое замечание, что если вы будете регулировать контрастность, подключайте от того источника, от которого вы будете питать в дальнейшем ардуинку свою. То есть, если вы будете питать от источника питания 12 вольт внешнего, обязательно подключайте от него и тогда настраивайте. Потому что если вы настроите, допустим, от 5 вольт, подключите к компьютеру, выставите яркость, у вас все устраивает, но потом вы подключите 12 вольт, и у вас опять вся эта яркость пропадет. То есть, настраивать надо именно от того источника, к которому будет подключено. И вот, значит, таким вот образом мы берем, продеваем туда стяжечку и вот так вот стараемся ее прокрутить. Можно насквозь продеть и вот так пытаться его провернуть. Сейчас я это попытаюсь сделать и покажу вам результат. То есть на данный момент у меня вот отображается вот так. Это максимальная яркость. Сейчас я свет уберу. Вот такая вот яркость. Ну вот он наш результат. Видим, как все стало ярко. Мне удалось прокрутить подстроечник. Чуть-чуть, буквально совсем. И потом уже основным на передней панели я подстроил до нужной яркости. Вот такой вот нюансик получился. Кому данное видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом все. Увидимся в следующих видео.